Тунис, Китай, Турция, Гонконг, Индия, Венгрия и другие страны при поддержке Союза российской молодежи и международной волонтерской организации ISEC делегировали в Анапу молодых людей, которые могут передать сверстникам определенные знания по культуре своих стран. Китайская каллиграфия, кунг-фу, йога, иностранный язык могут освоить российские ребята, которым улыбнулась удача отдохнуть в этот поток в смене. Я учу детей английскому языку. Мы вместе играем, они осваивают язык, например, во время игры в волейбол.